Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Эля. Я вам очень рекомендую посмотреть мое сегодняшнее видео, потому что я буду рассказывать свои секреты, как же я ухаживаю за своим лицом. Мне уже 36 лет, вчера у меня был день рождения, поэтому уход за своим лицом я ставлю, конечно, на первое место. 2 недели назад я сделала заказ корейской косметики. И вы знаете, когда я получила этот заказ, я даже не ожидала такого восторга. Кто просматривает мои видеоролики, вы уже знаете, да, что у меня жирная, комбинированная, чувствительная кожа. Если моей коже подходит какое-нибудь средство, то есть моя кожа реагирует на это средство положительно, не появляются прыщи, не покраснение, не купероз, то, конечно же, этим средством я пользуюсь очень долго и, конечно же, радуюсь. Так вот, я пару недель назад сделала заказ корейской косметики. Магазин называется BB Face. Хочу вам рассказать предысторию. С этим магазином я знакома очень давно. Где-то 5 лет назад, помните, когда вот этот начался бум с BB-кремами, с корейской косметикой, все просто от восторга пищали от этих BB-кремов корейских. Я тоже поддалась вот этому вот всему и сделала заказ из этого магазина. В этом магазине просто огромный выбор корейской косметики. Там чего только нет, просто глаза разбегаются, и цены, кстати, нормальные. Если вы делаете заказ корейской косметики, да любой косметики, вы должны быть уверены, что этот магазин продает только оригинальную косметику. Вот этот магазин BB Face продает только оригинальную косметику, поэтому я сделала там заказ и осталась просто неимоверно довольна. Сейчас я вам покажу, что же я заказала в этом магазине. И, конечно же, первое инновационное средство я заказала для себя — сплэш-маску. Девчонки, это просто какая-то бомба. Если вы никогда не пробовали вот такой вот тоник, сплэш-маску, я не знаю, как это можно еще назвать, я вам советую, обязательно купите, вы увидите разницу, какая кожа у вас была до этой сплэш-маски и какая у вас кожа станет после этой сплэш-маски, потому что это просто какой-то взрыв. Я сейчас вам зачитаю, что же это такое, что же это за чудо сплэш-маска. Написано, что использовать маску после этапа очищения. Налейте небольшое количество средства в колпачок, добавьте немного воды, распределяйте по коже похлопывающими движениями в течение 15 секунд. Эта маска действует в течение 15 секунд, но эту маску можно держать и дольше. Вы знаете, здесь не написано, что эту маску нужно смывать, но я лично смываю, потому что в маске содержится молочная кислота, которая очень бережно отшелушивает вашу кожу. И вот эта молочная кислота, так как у меня кожа чувствительная, она дает такие пощипывающие ощущения, и мне это как-то не очень приятно. Я наношу эту маску прямо сидя в ванной, представляете? Очистила лицо, развела эту маску, нанесла на лицо, да везде, где угодно. Кстати, эту маску даже можно наносить на волосы. Сейчас я вам прочитаю. И написано, что нанести похлопывающими движениями в течение 15 секунд, промокните лицо полотенцем. Рекомендовано для ежедневного применения. Действительно, эту маску можно применять каждый день, но я не применяю ее каждый день, я применяю ее где-то через день. Итак, другие эффективные способы применения маски. Используйте для тела, нанесите остатки на мокрые волосы для придания блеска. Я уже так делала. Волосы становятся просто невероятно мягкие и блестящие. Добавьте в ванну 1-2 колпачка средства для придания коже шелковистости. Так я еще не пробовала делать. Используйте после бритья, эпиляции, чтобы успокоить раздраженные участки кожи. Приложите аппликацию со средством к особо сухим участкам тела на несколько секунд для смягчения. Хочу еще особенно отметить, что эта маска не содержит спирта. Эта маска не содержит парабенов, минерального масла и искусственных красителей. То есть вот в этом чудо-флакончике 100% натуральное средство. Я просто обожаю эту маску. Я уже без нее, наверное, не смогу прожить. Пахнет она свежескошенной травой.
Единственный минус для меня, единственный минус, и то он такой маленький, что его можно даже не заметить, это вот эта упаковка. Здесь упаковка не совсем удобная, открывается вот таким образом, и здесь вот такая дырочка. Она немного неудобная, поэтому я хочу перелить эту маску в более удобную упаковку. Вы знаете, я даже не наливаю в колпачок, я наливаю небольшое количество на ладошку, развожу водой, и все это на лицо, на шею, на тело. И это просто бомба. Я очень советую вам эту маску. Девчонки, запомните мои слова. Вы просто будете мне благодарны, если вы приобретете эту маску. Это просто, просто это взрыв мозга. Такая маска в магазине Baby Face продается в трех вариантах. Кстати, написано, что здесь еще какие-то скидочки. Итак, есть сплэш-маска с ягодными экстрактами для омоложения. Есть сплэш-маска с цитрусом для придания сияния кожи. И я для себя выбрала сплэш-маску с зеленым чаем для успокоения кожи. Такие сплэш-маски выпускает фирма Блиф. Я, конечно, не буду читать своим вот ломанным английским. Обязательно оставлю ссылочку и на этот магазин, и именно на эту маску. Проходите, смотрите. Сплэш-маска приходит вот в такой красивой упаковочке. Все очень хорошо оформлено. Следующее, что я заказала из этого интернет-магазина, я заказала вот такую вот пенку. Это мягкая очищающая пенка с салициловой кислотой для ежедневного применения. Девчонки, если вы еще никогда не пробовали корейские пенки для умывания, я вам очень сочувствую, потому что я в эту пенку влюбилась бесповоротно. Это чудо-средство. Я не знаю, как еще описать, у меня просто нет слов. Пенка помогает поддерживать кожу здоровой и чистой. Это действительно так. Я этой пенкой умываюсь только по утрам. То есть я этой пенкой не смываю косметику, я смываю вот эти остатки кожного сала, остатки ночного крема. Кожа становится бархатистой, она не высушена, она такая, как надо. В состав пенки входит 0,5% салициловой кислоты, которая мягко отшелушивает кожу, растворяет кератиновые пробки и оздоравливает проблемную кожу с акне и закупоренными порами. Я специально выбрала такую пенку, потому что у меня жирная проблемная кожа, часто забиваются поры. В процессе умывания не раздражается кожа, а она, наоборот, успокаивается, становится такой светлой. Кстати, покраснений от этой пенки нет. Я боялась, что будут покраснения, потому что здесь содержится салициловая кислота. Ничего подобного, никаких покраснений. Кожа светлая, кожа свежая, бархатистая. Пенка идеально подходит для очищения кожи всех типов, в том числе и чувствительной. Это действительно так. Мягко удаляет кожный жир и загрязнения, оставляет кожу чистой, без ощущения сухости и стянутости. Здесь довольно-таки большой объем, 150 мл. Обязательно на эту пенку оставлю ссылочку. Девчонки, не жалейте для себя денег. Этой пенки мне хватит, наверное, на 1,5 года. Потому что эта пенка, она кремообразная. То есть это не выдавливаешь пену, выдавливаешь маленькую-маленькую горошину вот этого вот белого крема, начинаешь растирать между ладошками, и получается очень густая пена. Вот знаете, для сравнения могу сказать, что пена получается как у пены для бритья. Очень густая, плотная пена вот с такой маленькой-маленькой горошины. Можно нанести на все лицо и на все тело просто вот такую маленькую горошину. Поэтому такую пенку я буду использовать, ну, целый год, полтора, это точно. Очень надолго хватит. Я эту пенку вам от всего сердца рекомендую, потому что эта пенка подходит даже для чувствительной кожи. И на 100% я за нее ручаюсь, что она вам понравится. Запах у нее очень нейтральный, она без отдушек. Следующее, что я для себя заказала, тоже в полноразмерной версии, это крем-гель. Он тоже меня удивил. Вернее, это даже не крем-гель, это крем-бальзам со спирулиной. Сейчас объясню, почему я ее заказала. Такой крем-бальзам приходит вот в такой упаковочке. Здесь довольно-таки большой объем, 50 мл. Вот так вот упаковочка выглядит. На упаковке не написано,
по-русски ни одного слова, но на сайте вы найдете полностью все описание, найдете состав, найдете советы по применению, поэтому заходите, смотрите. Сейчас я вам покажу, как этот бальзам выглядит. Очень красивые, вот с такими голубыми гранулами. Кстати, вот эти голубые гранулы, они довольно-таки твердые. Я почему-то испугалась, думаю, ничего себе, это что, скраб что ли какой-то? Но когда я начала наносить вот этот вот крем-бальзам, вот эти гранулы каким-то чудесным образом, они просто испарились. Крем-бальзам пахнет просто изумительно лимончиком, травками. Крем с экстрактом спирулины из линейки кремов с суперфудами. Суперфуды – это природные ингредиенты, отличающиеся особой высокой концентрацией питательных веществ, полезных для здоровья человека. Крем разглаживает мелкие морщинки, приостанавливает возрастные изменения кожи. Благодаря воздействию этих водорослей подтягивает контур и улучшает цвет лица. То есть это уже антивозрастной уход. Я безумно рада, что я заказала этот крем-бальзам. Почему я выбрала этот крем-бальзам? Крем-бальзам со спирулины сужает капилляры, устраняет сосудистый рисунок на лице в виде звездочек или сетки, поэтому рекомендуется для лечения купероза. Вот почему я выбрала этот крем-бальзам. Если вы меня видели без макияжа, а вы могли это видеть очень часто, да, потому что я снимаю макияжи, то вы могли видеть вокруг носа у меня очень ярко выраженный купероз, уже появляется на подбородке купероз. У меня это идет как генетически, да, у меня у мамы есть купероз там же, где вокруг носа, на подбородке, и у меня уже в мои 36 лет этот купероз явно виден, поэтому я уже решила бороться с этим куперозом, может быть, даже это уже поздно, но все же, я, когда наношу этот крем-бальзам, все-таки чувствую себя как-то спокойнее, что я что-то все равно делаю. Поэтому я очень вам советую этот крем-бальзам, если даже у вас сухая кожа, если у вас нормальная кожа или жирная кожа. Можете попробовать, этот крем-бальзам стоит не так уж и дорого. Все средства, которые я сегодня вам показала, они все оригинальные. И магазин Baby Face мне положили вот такие пробники, которые я уже использовала. Я решила для себя, что я обязательно закажу вот этот серум, потому что он мне очень понравился. Классно впитывается на дневное время, просто супер. Вот этот серум для лица мне не очень понравился, потому что после него остается небольшая липкость. И то, что мне безумно понравилось, я обязательно закажу этот крем. Это вот такой крем. Это крем с цитрусом, придающий коже сияние. Во-первых, он пахнет просто божественно. Во-вторых, он классно впитывается. В-третьих, у меня кожа после этого крема, такое ощущение было, как будто бы она помолодела на лет 5, это точно. Я вам просто клянусь. И хочу вам посоветовать свои секреты молодости. Это специальные секреты, да, которые уже все давным-давно знают. Во-первых, вы должны ухаживать за своей кожей. Те, кто говорят, что эти кремы, что эти примочки, что эти сыворотки, это ничего не значит, они не помогут, они не правы. Если вы будете ухаживать, если вы будете увлажнять, если вы будете очищать, если вы будете очищать эту ороговевшую кожу с лица, то у вас кожа будет надолго сохранять свою упругость, сохранять свою свежесть. Поэтому обязательно очищение. Смывайте макияж на ночь. Если у вас сухая кожа, то обязательно ее нужно увлажнять, обязательно ее нужно подпитывать. Выбирайте средства, где побольше натуральных масел. Выбирайте средства, где нет спирта. Выбирайте средства, где нет минеральных масел. И в-третьих, конечно же, нельзя иметь вредные привычки. Особенно после 30, я вас просто умоляю, девчонки, не курите, не пейте, потому что алкоголь влияет на все, на весь организм, и в том числе на кожу. Если вы будете употреблять, а если тем более будете злоупотреблять алкоголем, то ничего хорошего из этого не выйдет. В принципе, наверное, все, что я сегодня хотела вам рассказать. Надеюсь, я вам была полезной. Все ссылочки оставлю под видео. Спасибо большое, что вы досмотрели мое видео до конца. Я вас всех очень люблю и всех целую. До скорой встречи!